не остановится. Вот какой остановки вы от нее ожидаете? То, от чего она должна отказаться? Отказаться, я вам скажу, это целый ряд антинародных инициатив, которые мы обсуждали выше. И мы, кстати, не коснулись одной темы, это тариф на электроэнергию. Да. Мы не просто призываем, мы требуем от власти сократить тариф на электроэнергию. Потому что то, что происходит именно сейчас, это ни в какие ворота не помещается. Потому как люди просто не в состоянии платить. 1,80 рубль физические лица. И вообще это вот отношение к своему народу. Почему так? Потому что Аслан Джани здесь не находился во время войны. Он не находился в Абхазии и послевоенные блокадные годы. Он не прочувствовал вот эту нашу с вами боль.